на юге, это где? Так, ну план действий у нас такой сейчас. Заводим, прогреваем, как можно отъезжаем. Здесь делаем трамплин и морду поднимаем. И второй. Здесь плитку еще доложу и буду как-то, не знаю, как-то заеду на них. Потом сзади кирпидоны подложу и будет бакинский передок. Ну во, что получилось у нас. На дыбах. Мы теперь спокойно с пузом туда проникнем и начнем откручивать. Высота какая бешеная. А вот тут у меня глаз-алмаз на пол колеса. Ну сейчас я сюда пару кирпидонов подложу. В общем, безопасность наша все. Под колесики спереди, сзади подложили кирпидоны. Даже если она покатится, она вот так вот лепнет, это все равно пролазит спокойно.